Здейміть ізе мені закленче. Давна-давна тему, так давно, же то праві було вчора, жив, був на свічі єден чоловік. Тен чоловік займався розвоєм духовим. Час від часу он приїжджав і слухав науки духові свого научителя і за кожним разом як тільки той чоловік появлявся в obecності свого научителя вчитель починало оповідати там саму теорію там саму історію вружний спосіб напроводзаен свого учня на одном том самом мыши. Едного раза он оповедал, что целый космос, всех свят, и с ней только на засаде вольной воли. С того повставал простой внесок. Никто никому ничего не может сделать. Ежели сам человек того не запрагни, шведоми, альбо не швядоми. Учень слухал своего научителя, лыкал там ведзы, пшимовал там информации. Снова приходил Знову слухал, и за каждым разом, как только этот учень появился у учителя, учитель начинал проповедовать. Никто не может никого приклинуть, Ник не может никого... Заклянч. Никто не может зробить никому жадного зла, жучить урок. Ежели только сам человек того не запрагнет. Очень слухал своего научителя, приймавал там вецы, но когда он уходил от него, вруцал до своего дома, до своего жития, кто ж ему целый час подповядал, а, вот у тебя есть такие-такие проблемы, они похожи на тего, а тего же кто ж на тебе вжучил урок? Очень снова вежил тем людям. Он вежил на учителю, ж не вежил тем людям, которые ему ему. Ага, в тым року не задалась, у тебя не вышло добрже с овоцами. Загнили, за мало выросла. Ты есть же заклейнча. И этот человек снова чувствовал себя заклятым, проклятым. Он снова приходил до научителя. Снова научитель начинал ему мовить. Никто не может человека понизить, расскажет, причинить какому ему какому боль, трагедии, пока мис человек сам того не запрагни. Снова ученик кивал своим головом, сказался. То была прекрасная информация, она подобалась ему, но как только он вруцал до своего дома. История повторялась знову. снова. Его житью снова сднужали, ще то неприємної ситуації. И кто ж сончедов, приятель, снова приходил до него, а часами то попросту, пшеподковый человек шед по улице и говорил, "Ага, первый удачил в твой дом, то значит, же кто ж приклинул тебе?" «Кто ж наложил клянтву на твой дом?» «Мусишь очистить себя, «мусишь этого позвать, «сам этого не зробишь, «Идь до своего научителя, «них он тебе очистит». И так в голове учня появилась мысль. «Есть там, шекленты. «кто ж мне понизил, «кто ж на мне вжучил урок?» Кто ж мне приклинул, сам я с тем не пораться. Только великий меч, только специалист может земном мной порадить. может снять со мной клонту, может очистить моем карму, мою житие, и я снова стану жить в файне, хорошо и счастливо. Учень начал приходить до научителя и уж не просто слухать его науки, а начал докучать и за каждым разом, навык, когда научитель снова мувил ему, что ник не может приклеить заклонить, наложить на человека какие же заклинтия, урок. Ежели только человек сам того не запрагнет, Учень слухал то, но не слышал. как только научитель кончил размовы за своими учнями, як только научитель отходил от выкладов, учень знайдывал моментчик, филька, можливость, чтобы подойти до учителя и попросить его, о ты великий, потенжный, мудрый научитель. Прошу, злитыйся до мне, помочь мне. Кто ж мне приклинул, овоцы не роснул. Кто ж вжучил на мне урок, перуну дожил в дом? Кто ж еще что-то там сделал, и у меня теж есть какие-то трагедии, проблемы? Учитель, учитель пачал на своего учня в его очах. Было и сдивение и сполчуча, и милость, и непоразумение. И он снова говорил своему ученику, «Приходи утро, утро, я повем тебе». И когда утро, и учень приходил на выклады, научитель снова уповядал, Дорогие мои учни, помышлите. Ежели бы было такая возможность вжучить на кого урок, если бы то делало на таки засаде, то уж давно бы знали, аж яки ж злодеи, злодей. Яки кто ж, кто бы вжучил на всех урок, встал над всеми над всеми людьми, и правял над ними через тонн, что может сделать это снова и снова. Но попачте на этот мир. Этот мир жил и живет. На Земле всегда было, есть и будут миллионы людей счастливых, радостных. Всегда есть люди, которым абсолютно не обаятельно что кто ж там мог, что ж там им сделать. Попачьте, миллионы людей живут, независимо от их теорий, независимо от их воображений, же кто ж там может вжучить на них урок. Если они этого не хотят, то ниц им не станет. Учень слухал своего научителя, кивал голову, Олег ты только за занятия кончилище, он снова докучал своего учителя и просил помочь ему снять с него все рода приклеенча, заклеенча, черной магии и иной негативной энергии. Пшатиш, есть великий гуру, для тебя ничто не трудно. Я твой малый учень, я ты ли тебе помогала? Ты ли зробил им для тебе, для твоей школы, для тебе особище, для твоих учнев? Но прошу тебе, помощь мне. Снова научитель учитель зачинал умовить своему учневу. Дороги и коханный учень, «Никто не может ничего сделать, учить жадный урок, приклеенство, заклеенство, если человек сам этого не запрагнет». Учень слушал своего учителя, а на утрах история повторялась снова и снова. И одного дня научитель сидел и медитовал. Он сидел под деревом течение этого джева было тихо и спокойно. Ник не предсказал на и он глубоко в свою шведомость до самого щеби. Нагле появился учень. Тот самый человек убудил своего научителя от медитации и поведил ему, Дорогий научитель, все, конец. Мое житие развалилось от тотальной руины. Там мне приклинули, там мне то зарубили, там мне так зарубили. Есть там тотально разваленный, хорый, пониженный, оскорженный, и вогули и вогули. Мушишь мне помочь? Сдай мне, за мне то заклянчье, пшеклянчье, чарной магии, негативной энергии. Научитель попотел, научня очами полными летошчи, с А пужни подскочил на ноги, вскочил на джево, обнял то джево ногами, руками и начал кшичать в праве благоть. «Отпустите мне от того джева! Отпустите мне от того джева! Отпустите мне от того джева! Отпустите мне от того джева!»